В академическом районе Екатеринбурга ребенок упал в реку. Как сообщает телеграм-канал «Новости академического», младшеклассник, по-видимому, ближайшей 79-й школы, оказался в воде реки Патрушиха. Мальчик звал на помощь, но несколько старшеклассников, находившихся рядом, не спешили спасать его. Эту роль на себя взял мужчина в красной спецодежде. К сожалению, его героический поступок на видео, снятое из окна соседней многоэтажки по улице Академика Парина, 40, не попал. Местные жители отмечают, что ребятня регулярно выходит на речку в этом месте, катается на картонках с пологих берегов или просто сокращает путь к школе по льду, хотя совсем рядом есть пешеходный мостик. Река Патрушиха в этом месте очень узкая и неглубокая, а посторонний человек под снегом и не поймет, что это река. Но в этом году, несмотря на серьезные декабрьские и январские морозы, реки в Екатеринбурге, даже и сеть, за исключением запруженных частей, ни разу не затягивались крепким льдом. Почему, неизвестно. Поэтому опасность оказаться на месте этого незадачливого шкалера подстерегает каждого.